Казанский федеральный Русфонд подписали договор о сотрудничестве в области создания национального регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан. КФУ выбран в качестве партнера не случайно. Здесь имеются высокотехнологичная инфраструктура, лаборатории, имеющие возможность проведения типирования образцов, определения HLA-фенотипа, индивидуального показателя тканевой совместимости. Мы можем оказать содействие в реализации этого масштабного для всей нашей страны проекта, поскольку у нас собственного регистра не было. И мы много говорили сегодня о трансфере технологий в различных областях. Так вот, все, что мы оснастили, наши лаборатории и наши площадки для трансфера технологий, сегодня становятся востребованными. И очень приятно, что Русфонд обратил на это внимание. Созданием общего национального регистра доноров костного мозга Русфонд занимается с 2013 года. Так, в настоящее время регистр, создаваемый на пожертвования граждан страны, насчитывает более 67 тысяч потенциальных доноров. Формирование регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан, учитывая уникальное генетическое разнообразие населения, поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре. На счету каждая жизнь, каждый день важен. Найти вовремя донора, найти сразу возможность оказать эту помощь. И мы искали, мы и в Бельгию обращались, в Испанию обращались. И сейчас мы вот совместно с Казанским федеральным университетом при поддержке Русфонда организуем этот Казанский регистр, и он будет лучшим регистром для всей России. И мы не стесняемся, что мы первые и будем делать, конечно, эту работу, деятельность совместно одной единой командой. На момент подписания соглашения в биобанке КФУ имеется более 900 образцов крови потенциальных доноров костного мозга. Договор, подписанный между КФУ и Русфондом, предполагает расширение возможностей и технологий для исследований. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Thank you.